Глава района Адам Джарим вручил юбилейную медаль жителям села Львовского, ветерану Великой Отечественной войны Петру Матвеевичу Герасимову и бывшей несовершеннолетней узнице Ане Андреевне Наваковой. Встреча прошла в школе номер 27 в рамках классного часа. Гости поделились с ребятами воспоминаниями о войне. В годы войны Петр Матвеевич был десантником, имеет медаль за отвагу, за победу над Германией, медаль Жукова, орден Отечественной войны второй степени. Анна Андреевна встретила войну еще ребенком и прошла через испытания, с которыми справится не каждый взрослый. Ученики подготовили для гостей стихи о Великой Отечественной войне. Зорница вечерняя меркнет, в казарме стоит тишина. Солдат по вечерней поверке, лицо узнает старшина. У каждого личное имя, какое с рождения дают. Равняясь незримо с живыми, погибшие рядом стоят. Одна у нас в жизни присяга. И Родина тоже одна, солдатского сердца отвага и верность любви отдана. На мероприятии слово взял глава района. Он поблагодарил школьников за неравнодушное отношение к истории своей страны. Наше вся счастье, что мы родились в мирное время. И очень должны дорожить этим. Мы не должны забывать ветеранов. Мы не должны забывать свою историю. Ваша сегодняшняя задача – это хорошо учиться, быть прилежным во всем. Завершился классный час совместной фотографии на память.